Я рад всех приветствовать Blender 2.81, и в этом ролике давайте разберемся, что такое проецирование на низкополигональную модель деталей с высокополигональной модели. Нам нужен дубликат. Жмем Shift D и делаем дубликат. Вот он появился. Вот такая штука. Ctrl Z и жмем курсор, ставим на модель. Shift D появляется, жмем щелчок левой кнопкой мыши. Сейчас я в N-панели включу видимость клавиш. Вот они появились опять же. И здесь вот есть ремешер. По прошлому ролику. Ссылку оставлю под этим роликом. И нужно теперь вот одной модели, одну отключаем, дублированную. Можно даже на нее переключиться, а первую модель тигра отключить. Вот теперь у нас один тигр. И ставим здесь вот quad count. Ставим где-то 3000. Так, можно поставить 2500. Жмем Enter. И жмем Remesh. Сейчас ждем. Все это дело прогонит. The Remesher уменьшит сетку, и потом будем уже на низкополигональную с тигра высокополигонального наложим все вот эти вот детали. Вот наша сетка изменилась. Quad Remesh теперь не нужен, можно нажать клавишу N английскую и закрыть панель. Теперь жмем табуляция, вот такая получилась сетка. Ничего так, прикольно. Заходим в Object Mode. Появилась Red Topa. Вопрос 001. И вот теперь нужно нам зайти, поставить можно цвет Object Properties и Where Weight Display, короче. Нажимаем, ну, ставим такой поприятней. Чуть-чуть коричневый, наверное. Вот тут где-то. И заходим теперь в шейдинг и нажимаем, стоит студия, и включаем объект. Ну так вот, пусть коричневатый будет такой, шоколадного цвета, наверное. Ну ладно, не суть дела. Следом заходим в модификаторы. Жмем Add Modifier, добавляем Subdivision Surface. Вы видите, что модель сгладилась. Стало очень приятно на внешний вид. Все классно. И следом заходим, добавляем модификатор Shift-Wrap. Да ядрить его. Вот этот. Теперь нужно колесиком перекрутиться. И вот Target ставим проецировать тигр на тигр 0.1. Вот вы видите, что все спроецировалось. Все прикольно. Теперь можно поставить вот здесь вот Project. Вот в этой настройке мод появляется еще множество настроек. И вот если мы поставим Project, и вот здесь вот негатив можно поставить. Вот так еще больше все спроецировалось. Все классно, все зашибись. Вот теперь здесь есть Vertex Group. Можно уменьшить, можно прибавить. И вот такая штука получается. Ну, в принципе, можно добавить еще подразделений. Добавляем, она еще четче становится. Вы видите, что вот такая штука. И посмотрим табуляцию. Вот такая у нее прикольная сетка. Вот такая. Заходим в Object Mode. И применяем все вот эти модификаторы. Начинаем с верхнего Apply и вот здесь жмем Apply. Все, вот моделька у нас на низкополигональную наложена высокополигональная проработка деталей. Сетку можно еще было уменьшить, сделать поменьше. Ну вот, вот такая сетка. Вот такие детали.
Все, модель сохранена. Табуляция. Вот такая сетка прикольная. Вот так вот изменился лев, тигр, львица, возможно, даже. Табуляция. И вот это дело все можно теперь экспортировать по прошлым роликам в ZBrush. Вот колесико крутите. Аддон установлен. По прошлым роликам смотрите, ссылку кину. Жмете экспорт. И вот эта вот модель уходит в ZBrush. Добро пожаловать в ZBrush 2019. И вот такая моделька прилетела именно в эту программу. Давайте посмотрим, какая тут сетка. Зум. Вот такая сетка. И вот так все это дело детализировано. Вот такая получилась модель. Так, ну давайте разберемся теперь, как изменить сетку здесь, да? Жмем импорт, вот эта модель нам пока не нужна. И опять возьмем тигра. Вот такой изначальный тигр. Вот с такой изначальной сеткой плотной. Вот после DynaMesh. Ну и давайте тут посмотрим, как это дело все происходит. Заходим в саптулы. Здесь вот один саптул. Добавляем, делаем дубликат. Появляется второй саптул. Переключаемся на верхний саптул. Можно нижний отключить. Теперь заходим в геометрию, находим Zero Mesh. И вот здесь можно на Sam, Half и на Adaptive и дублированный поставить. Здесь можно регулировать именно количество полигонов. Вот так можно уменьшить их. И нажимаем Zero Mesh. Не надо здесь ничего выделять. Он уже считывает, что Subtool включен, и он с ним работает. На нем все установлено. Вот теперь вы видите, что вверху прогоняет Zero Mesh Progress. Вот здесь вверху, если хотите отменить, то нажимаете клавишу Escape. Ну, опять же, ждем без этого никак. Вот у нас изменилась сетка. Поли F, можно включить ее, посмотреть. Alt, левая кнопка мыши приближает, отдаляет. Вот такая вот получилась сетка, прикольно. Что нам нужно теперь? Нам нужно добавить подразделение. Теперь нажимаем Ctrl-D. Вы видите, что добавились, именно подразделилось все это дело. Более гладкое, четкое стало. Добавились полигоны. Вот появилось здесь в геометрии именно вот эти вот сабдивизии. Их можно уменьшить, можно прибавить. Ну, чтобы нам проецировать, нужно чуть-чуть прибавить именно сабдивизии, дивайды. Теперь нам нужно видимость поставить нижнего сабтула. Вы видите, что все проецируется на него. И вот теперь нам нужно найти Project, вот он. И нажать Projectile. Сейчас все спроецировалось с нижнего сабтула. Все детали спроецировались на верхний низкополигональный с высокополигонального нижнего вот этого. Короче, запутал вас, наверное. Нижний это высокополигональный теперь сабтул объект, а верхний был низкополигональный. И вот теперь с высокополигонального на низкополигональные добавлены детали. Теперь отключаем видимость нижнего сабтула и отключаем поле F, видимость сетки. Вот такой вот получился у нас лев. Быстро, все классно, ничего не виснет, не подтормаживает. Можно теперь еще добавить Shift-D. Вот еще он подразделился, еще стал четче. И теперь можно зайти в геометрии. И вот они ваши дивайды. Вот как все происходило, вот все стоит. Если вам что-то еще нужно делать, то можно сделать Del Lower и удалить вот эти все сабдивайды, и он останется уже
на последнем уровне. Ну, где-то так вот. Теперь можно включить PolyF. Вот такая плотная сетка стала. Весит 74 тысячи полигонов. Это очень мало. И вот такая у него наипрекраснейшая сетка. Вот такая. Без переломов, без казусов. Все, всем пока. Лайк, дизлайк, как обычно.